Блин, они стреляют. Ты чё? Теперь ныряй налево. В смысле? Мы чувака потеряли, Оп! Разбился кретин, а сам, короче. Давай, быстрее. Да садись ты на байк, ну. Всем здорово, это домашний канал Валерки, и с вами я, Валерий Хаус. Продолжаем проходить GTA 5. Итак, после нескольких дней отсутствия, вот, у меня... Погоди, так я... Стой, да я вылезу, короче, и это оружие уберу на всякий пожарный. Вот. После нескольких дней отсутствий, короче, у меня были проблемы технические, вообще жопа, я тут вообще просто запарился совсем, но настроил и сделал все хорошо, короче, игры идут отлично, звук хорошо записывается, но проблема с GTA так и осталась. Видимо, это уже проблема с игрой, непонятно, короче, либо она конфликтует с Windows 10, либо не могу понять, короче. Игра работает вот вообще идеально, но... Прогрузка, короче, текстур. Вообще жопа. Бывает пропадают текстуры, так что... Не знаю. Я не знаю уже, что сделать. И будем проходить так. Потому что бросать я не хочу, короче. Прохождение мы только недавно начали, вот. Так что не обращайте внимания, если... Здесь просто тупо... Будут исчезать дороги, дома, короче. Вот, люди. Ну, буду стараться. Обычно это происходит при быстрой езде. Вот. Ну, будем стараться, короче, не знаю. Посмотрим. Так, окей. Мы с вами распланировали, короче, ограбление. Вот. И первое ограбление ювелирное. И у нас вот тут есть... организация ограбления. Задание. Поехали туда, сгоняем. Так. Тачку не ломаем. Едем спокойно, короче. Не будем... гоняться. Вот в этом месте, короче, у меня чаще всего, ну, обычно первые просадки, ну, как не просадки, а первые штуки творились, артефакты. Вот. Вы можете написать в комментариях, что, типа, снизь графику и т.д. и т.п. Не помогает. Я скидывал все на минимум, вообще на минимальные настройки. И было еще хуже, я скажу. Было еще хуже. Вот. Сама фишка в том, что игра идет вообще идеально, хорошо. Но вот прогрузка текстур — это жопа, непонятно. Оперативка здесь ни при чем, у меня оперативки 16 гигов, короче, она разогнанная и там быстрая какая-то. Вот DDR4. Проц тоже идет. Ну, двухъядерный, но 3.3. Тоже DDR4, вся херня. Более новее, чем у меня стоял до этого. Но до этого у меня было все нормально, а тут какая-то дичь. Ну ладно. Переходим, короче, к прохождению. Не будем зацикливаться на этом. Будем стараться сильно не гонять, как бы так сказать. Я уже тачку, кстати, помял. Уже разбил немножко. Так, сюда? Нам куда-то в порт, что ли, ехать? Или что это? Зато работает, короче, Full HD. Не 720, а Full HD. Работает Full HD. 60 FPS. Я не знаю, при записи будет выдаваться 60 FPS или нет, но у меня 60 FPS. Так, окей. Ну-ка, расскажи еще раз, как мы будем работать. Пойдем от дома к дому. Тук-тук, бесплатный осмотр кровати на предмет паразитов. А что, если нам откажут? Буду я об этом... Позабочусь, у меня, как всегда, жирные переменные беременные сопчуа. Мы их всегда сбрасываем, тараканов, чешуйниц, клопов. Значит, мы... нет, мы говорим, что ничего не нашли, но что наше расписание свободно на полтора месяца вперед. Если что случится, вот мой личный номер. Это работает? Гарантированно. Через две недели они нам звонят, все покусанные, дети плачут. Они будут готовы заплатить нам в 5-10 раз больше обычного. Мы создаем спрос? Круто. Мы выжидаем еще пару дней, потом идем и все вычищаем, более-менее. Если паразитов нет, их нужно добавить. Класс. Да. Окей. Короче, я так понимаю, нам надо угнать фургон. Угнать фургон. Эй, ребят, я могу вам что-то помочь? Безусловно, у меня огромная проблема с паразитами. Его давно нужно решить. Наш офис в городе, здесь я ничем не смогу вам помочь. А, это типа прораб, это типа, знаешь, главный их.
Ну-ка. Я Мел Гибсон. Уходи отсюда, здесь опасно. Я Мел Гибсон, слышь? Я Мел Гибсон. Не узнал? Так что мне нужна поблажка. Не знаю, чувствует ли вы запах химикатов, но если чувствуете, значит вашему здоровью уже нанесен ущерб. Так, мне нужно угнать вон тот фургон. Если вас донимают паразиты, вы знаете, кому нужно обратиться. Иди нахер. Так. Мне тот фургон надо угнать. Там есть, короче, с другой стороны вход. Сейчас посмотрим. Смогу ли я с той стороны угнать фургон? Красотища. Оп, стоп. Заткнись на секунду. В смысле? Стой. Ты куда пошел? Ты че здесь? Ты че? Не, так не пойдет. Здесь нельзя парковаться. Уезжайте. А, ладно, я понял. Я понял, как скажешь, чувак. Ну, это несложно, правда же? Воу-воу-воу-воу-воу. Задний ход для меня проблема. Так, чувак ушел, да? Погоди. Хорошо. Надо по стелсу надо, короче. Так, где там вход? Тараканы, чувак, есть, есть, есть. Так, ладно. Погнали. Ну, чувак. Надо было просто отдать мне фургон. Шлепс. Все. Так, а если я через... Ай, я не хочу тебя давить. Ай, чувак, извини. Он живой или нет? Я по нему проехал. Так, мне надо, короче, давай-ка я выйду сейчас. Вот так вот. Через задний вход. Чтобы не было никаких подозрений. А где моя машина? Куда моя машина делась? Ладно, окей. Здесь смогу выехать, наверное, да? А вот здесь, наверное, моя машина уже стоит припаркованная, нет? Хрен. У меня угнали машину, короче. Я угнал фургон, у меня угнали машину. Так. А если я разобью немного фургон, это что-то будет значить, нет? Повлияет ли это на... Ой, что с тобой? На ход... А в смысле, куда ехать-то? Карта, ты дебил? Поехали вот здесь. О. У меня, короче, навигатор. Яндекс навигатор, короче, что-то тупит. Ладно, поехали. Так, ладно. Сейчас бы рассекать, короче, на фургоне с химикатами просто дрифтовать. Было просто шикарно. Так, ладно. Здесь. Ну, пока вроде таких вот исчезновений тупых текстур нет. Главное. Видно, что они подгружаются, но главное, чтобы, ну, не сглазить. Так нормально. Так, по обочинам. Чувак, 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 уйди! Ой, ёперный театр, чувак, извини. Ощет, сори. Ни хрена ты видал, смотри, какая луна там. Просто большой-большой такой полумесяц. Полулуния, да? Или как это назвать? Так, ладно. Ну, без скорости скучновато, кстати, ехать. Но что делать? В принципе, на этой тачке можно, наверное, разогнаться. Она не сильно такая быстрая, поэтому... Там фишка, когда быстро-быстро-быстро едешь, короче. Здесь вроде как бы все отлично. Ну, в принципе, как бы... мы же, в принципе, не спидранеры. И как бы вот атмосферное такое, да, прохождение, как бы неспешное. У меня же, в принципе, все неспешные прохождения такие. Поэтому... Поэтому, в принципе... Если не будем гонять сильно, это ничего не поменяет. Окей, ладно, садимся. О, выходим. А, да, сохранить.
Выполнено. Окей. Ну, такое задание, знаешь, чисто украсть. Чисто украсть. Так, позвонить Лестеру, да, надо? Лестер, мы нашли фургон службы дезинсекции. Отлично, я узнал про высыпляющий газ, его делают в какой-то лаборатории на побережье. Каждый день две партии газа проводят через город к аэропорту с северо-востока. Понял, попробую перехватить конвой. Так, и перехватить конвой еще надо, да, получается? Окей, окей. Так, у нас есть одно задание, смотри. Онлайновское оружие мое. Я тут пробовал, короче, онлайн запускал. Смотри, здесь тоже можно выбрать. Окей. Так. У Франклина у нас есть одно задание. И у Майкла. Че, давайте попробуем, наверное... Блин, у меня тачки-то нет. Давай попробуем, короче... украсть. Есть там припаркованная тачка какая-нибудь? Я не хочу человека бить, допустим. Я же законопослушный гражданин, мать его. Так, ладно. Ну, он тут слишком долго стоит, так что я у него машину отберу. Чё стоим-то? Дай. Я полицейский, мне нужна твоя машина. Go, man. Так, ладно, поехали. А, чё у нас, где? Где, где? А во. Вот сюда. Но, я так понял, это конвой. Его перевозит, он будет все равно смещаться по карте. Ну, примерное, короче, местонахождение я выбрал. Вот. Поэтому будем сейчас пробовать. Блин, а тут гоняться, наверное, надо будет за ним. И как раз проверим текстуры. Короче, это, можно сказать, такая тестовая запись, тестовое прохождение такое. Так, сюда. Блин, машина что-то еще тупая, короче. Поворот какой-то у нее не очень. Да и зад, смотри, громоздкий, да, какая-то вообще жесткая. Так, ладно. Не будем об этом. Так, прямо? Не надо съезжать. Окей. О, 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 оно где-то здесь. Погоди, вон едет. Я вижу. А, украдите фургон Хумани. Хумани. Украсть фургон. Так, давай-ка. Стоп, чувак. Оп. Стоп, это... В смысле, ты чё? Тормози немедленно. В смысле, ты чё? Тормози. А чё, я не могу, короче, это... А где моя способность-то? Я на капслок нажал. А где способность? Так, 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 надо прицелиться. Ну, оп. Убил. Хорошо. О, четко. Вот это повезло. Вот это хорошо. Вот это круто. Блин, я его затормозил, короче, перед ним просто вот так вот. Хер... Опа, полиция, полиция, надо валить, валить. Полицейский. Нет, только не стреляйте, пожалуйста. Зачем? Уйдите от полицейских. Блин, на этом фургоне еще от полицейских. Да уйдите с дороги, ну. Уйди с дороги, ты что меня подрезаешь-то, дебил? Окей. Надо от полицейских уходить. Срочно. Едем сюда. И в какой-то переулок, короче. А, вы писали там, помню, в комментариях, что под мост уходит, ну, уходили от полицейских и... Все было хорошо, но я уже не под мост поехал, я уже на мост поехал. На середину моста, да? Или как это сказать по высоте там? Выше, ниже. На второй ярус, наверное, да? Так, ладно. Где тут съезд есть? Блин, вот так вот, знаешь, по прямой мне никак не, от них не угнать. Мне надо какие-то переулки, переулочки, короче, нужны какие-то эти... маневры. Куда-то, короче, непонятно. Так. Сейчас найдем какой-нибудь проход. Да ты че, вы че? Да че вы делаете-то, а? Вы че подрезаете, слышь? Ты видал, что они творят? Чувак висящий, я тогда перепутал, короче, с этим.
Все нормально. Фаер, слышь ты, фаер. Я тебе сейчас такой фаер устрою, фаер. Фраер, блин. Так, ладно, поехали сюда. В городе можно где-нибудь спрятаться. По переулкам какие-нибудь сейчас. Не, на фургоне на этом далеко не уйти. А можно, короче, бросить фургон пока на время и убежать, спрятаться от полиции. Не повлияет, нет? Я типа там не просру. Блин, у меня уже две звезды. Откуда две звезды-то? Ё-моё. Так, ладно, отлично. Блин, спереди еще. Я думал, мы тебе врезались и все. Я сейчас удеру от них. Так, а может сюда куда-нибудь? Сейчас куда-нибудь, короче. Это кладбище. Да, прямиком себя загнал на кладбище. О-о-о. Отлично, блин. Полностью бы не разбить, короче, тачку. Так, ладно. Я их сюда загнал. Сейчас мне надо выехать. Блин. Что там, кролики? Так, пошли, пошли, пошли вон. Короче, надо выехать, и пока они здесь будут кружить, короче, мне надо уехать далеко-далеко отсюда. Так. Пускай они там тусуются, а я поехал, короче. Я поехал куда-нибудь. Из зоны видимости. Да, зоны видимости, короче. Да уйди ты, блин! Так, надо сюда вот куда-нибудь. Блин, здесь нет. Едем сюда. Переулок. О, хорошо, хорошо прям. Прям шикарно. Стой. Вот здесь. Блин, тут дорога. По той дороге как раз едет, блин, еще полицейский. Они ко мне, нет? Так, а если я спрячусь, да? Вот так вот. Он по дороге, а я в переулке. Меня не должны засечь. О, шикарно. Так, на швейную фабрику, хорошо. О. Справились. Я думал, короче, на этом фургоне я не смогу уехать. Ну, не смогу от них спрятаться. Я думал, короче, придется бросать фургон и убегать. Но, как видишь, пронесло. Так сказать. Так, ну здесь сократить можно, наверное, да? Хорошечно. Бип. В принципе, нормально, играбельно, как бы. О, у меня прибавилось вождение, у меня 60 из 100, короче. Я, типа, уже больше половины, короче, профи. Или как это назвать? Больше половины профи. На 10% выше профи. Полупрофи. Нет, как это? Полупрофи. Полусредний профи. Как это назвать, я не знаю. Ладно. Так. Хорошо. Почти приехали. Так, менты где-то там. Смотри, за кем-то поехали. Или это они меня до сих пор ищут? Мне кажется, за кем-то поехали, не за мной. На меня они уже про меня забыли, короче, они все. Им кажется, что это приснилось. Либо у них, знаешь, память кэша маленькая, она уже стерлась, короче. Все, отлично. А где второй фургон? Уже увезли? Ну ладно. Все, отлично, звоним Лестер. Звоним Лестеру, короче, и Франклину сейчас переходим. Hey, Франклину Лестер. Тоже. Эй, Лестер, я раздобыл усыпляющий газ. Значит, у нас есть все, что мы готовы к делу. Че? Погоди, а сейчас будем грабить? Уже?
Да ладно, вы знаете, зачем мы здесь собрались. Берем магазин. А план прост. И изящен. Слушайте Лестера, сделаем все, как он говорит. И каждый останется в выигрыше. Если завалим операцию, вы знаете, что делать. Налет не был спланирован, друг друга вы и не знаете. Магазины, оказалось, случайно вынуждены были защищаться. Но до этого не дойдет, потому что мы все сделаем идеально. Сигнализация у них примитивная. Если бы я не взял на себя, я бы и сам ее отключил. Но и ты обеспечишь мне нам приличный запас времени. Насколько приличный, зависит от твоей работы. Как только все будет готово, ты маякнешь Майклу, и он отдаст команду. Если все пойдет по плану, мы добросим что-то через вентиляцию на крыше. Все уснут, у нас будет время, все путем. В противном случае, применяем силу и работаем быстро. Вопросы? Нет? Тогда пошли. Походняк-то просто. Ну тогда пошли. Фрэнк, идешь со мной, Рикки, ты займешь грузовик с байками. Эдди, Норм, займитесь фургонами. Ну тогда пошли такой. Пошли. Идем. За батькой все, за батькой. Увидимся на Little Portal и больше никаких имен, только инициалы. Понятно, да это ясно, все понятно, что никаких имен и одни инициалы. Все, погнали. Так, Франклин со мной, да, идет? Окей. Или он, смотри, убежал. А, нет, смотри, в машину садится. Да, тихонечко. Так, ладно. Ну да, Франклин со мной. Направились в ювелирный магазин, поехали. Я поведу фургон, мы ведь за это что-то платим. Что там? Так, ты готов? Ага. Потому что если переборщишь газом, им кранты. Ну черт, не вини меня в том, что тут намешано. Главное, будь осторожен. Лады. Понятно. Слушай, я вот за тебя впрягся. И не говори, чувак. Я в тебя верю, Эф, но ты еще не оправдал этого доверия. Не оправдал? Серьезно? То есть, когда я соскочил с яхты на этом сраном хайвее, я тебя не оправдал? Да, но эти парни тебя не знают. Они видят только беспредельщика, стреляющего всех и вся. Их деньги и свобода тоже на счету. Я не провафлю, чувак. Отлично, меня и так забыл по горло. Окей. Так ты экономишь на качестве команды? Скорее распределил ресурсы по своему усмотрению. Это как? Водила хороший, остальные так себе. Кто именно? Стрелок или хакер? Да, от погони оторвемся легко, остается надеяться, что эти двое не облажаются во время операции. Так, ну давай, свали ты с дороги. Я не люблю бить тачки. Так, уйди. Мне сюда, вот надо было обогнать его по правой стороне, короче, и все. Чего? Че там? Ха-ха-ха, там кого-то сбили. Нормально. Окей. Но это GTA. Это GTA. Тут всякая дичь постоянно творится. Все, почти приехали. Так, этого обруливаем. Сюда зарываем. Но мы на месте. Со стройки можно подняться на крышу. Чувак, ты это уже говорил. Я все помню. Понятно. Ясно, понятно. Так, давай, высадим. Уйдите с дороги. Видите, я еду. Так. Че, мы сейчас за Франклина, да, наверное, будем играть? Когда газ пойдет, шахты, подай знак. Лады. Ясно. Так, я понял. Окей. Залази. Здрасте. Дезинсектор пришел. Не выиграйте это слово, здесь никого нет. Отлично, давай лезь на крышу. Не выговорите это слово. Дезинсектор. Дезинспектор. Дезинсектор. Дезинсектор, да, наверное? Правильно же? А летите отсюда нахер. Так, ладно. Надо на ту точку, я так понял, откуда мы Майклом фотографировали. Я понимаю так. И оттуда бросать.
Почти добрался. Мы на месте, ждем сигнала. Еще откуда можно ее забросить? Да, я думаю, с того же места, потому что это, как говорил Лестер, короче, самая высокая точка. Где? А, не понял. А, вот сюда. Вот, самая высокая. Да, блин, застрял. Что-то случилось, парень? Да ничего не случилось, я застрял. Одну минуту. Иди. Собаки какие-то лают на крыше. Окей. А, бросьте вентиляцию. А, удерживайте тап и используйте, чтобы... Так. Вот это газ, да, получается? Теперь раз. А, прицелиться. А где вот эта вот полоса, которую там, типа, закинуть? Ладно, давай вот так вот. И пошла, пошла, пошла. Чё, попал? Подожди. Нет, не попал, блин. Погоди. Опа. А чё, перекидываю или чё? Секунду. Не докинул. Да что ты? Так, что ли? О, попал. Давай-ка. Одна последняя осталась, блин, и я попал, короче. Так, ладно. Готово, сейчас их вырубит. А что, мне теперь спускаться надо или что? Я хочу дробаш. Мне нравится вот это помповое ружье. Вы ее любите? Ну да, я очень ее люблю. Просто я... Просто подумайте об этом. Вот я всегда говорю. Я же попросил их починить долбанный кондиционер. Что происходит? Идем. Давай, 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 давай. Так, драгоценности забираем. Раз. Два. Так, что там? Куда еще? Три. Ты издеваешься, что ли? Нахера нам хаки, когда не можешь запустить антивирус? Твою мать, так, сигнал еще не сработало. Еще работаем, работаем. Осталось типа полминуты. В смысле? Так, 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 надо что... Опа, я вот эту витрину, короче. Погоди, я вот эту витрину. Оп. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Один, 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 один. Все, уходим. Последнее предупреждение, уходите. Уйди с глаз долой, а? Ты каждый день забываешь тысячу мелочей, приятель. Пусть это будет одна из них. Встретимся у реки. Погнали. Рванули. Так, все, погнали. Держись рядом, осторожно, вперед. Следуй за бандой. Я понял. Здесь крутой налево. Я понял. Блин, вот сейчас вот погоня, короче, сейчас как раз проверим с текстурами, как это все будет. Ни хрена себе, они там... Видал, сколько машин выскочило, короче. Блин, они стреляют. Сколько я забрал? 3 ляма, почти 4 ляма, да, баксов? Да получается так. Блин, они стреляют. Ты чё? Теперь ныряй налево. В смысле? Мы чувака потеряли, Оп! Разбился кретин, а сам, короче. Давай, 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 быстрее, быстрее. Да садись ты на байк, ну. Ездаки, блин. Вы теряете банду. В смысле я теряю банду, дурачина. Ты должен... Погоди. Я правильно еду? Стой, тут грязновато, не обращай внимания. Да стой. Я еду правильно или нет? Да, вроде как правильно. О, нет! Да, угонщик с меня просто жесть. Так, мы попадаем в канализацию. Окей, хорошо. Попали в канализацию. Я уже два раза в стенку попал. Так, хорошо. Ай-яй-яй-яй. Хорошечно. А слева ворота, слева ворота. Слева ворота, я понял. Гу, гу. Здесь не хватает, знаешь, музяки там какого-нибудь. ACDC какого-нибудь там. Или ретро-вейва какого-нибудь жесткого, такого быстрого. Так, грузовик должен ждать на реке.
А где река? Вижу свет, мы выбрались. О, аллилуйя. Братаны. Просто приближаются. Реки Лос-Ан вас ждут копы. В смысле? Копы нас ждут. Нахрен они нужны? Оооо, вот это было красиво сейчас. Так, ладно, поехали. Без паники, я всех сброшу. В смысле всех сбросишь? Так, минус один коп. Хорошо. Минус второй, наверное, коп, да? Дерьмо, нам кранты. Едем, едем. Расшвыряю всех копов, как кенгурятником, что ли. Избавься от коп, прежде чем добраться до места встречи. Ни хрена себе, мне, короче, надо все... О, смотри, сколько их. Помогай. Раз. Я, погоди, погоди. Стой. Два. И три. Все. Ничего себе, нас тут встречают. Пошел. Воу-воу-воу-воу. Все? Два байка, что произошло, черт побери? Чувак разбился, не успев въехать в тоннель. Черт, нужно было найти бойца получше. А что стало с его долей? О, ты че так резко потормозил-то? Ты зачем так резко остановился, твою мать? Я кого задавил? Майкла или кого? Жесть, ладно. Опять сейчас давить, короче. Так, ладно, переходим. I'm here. I'm here. Так, короче, Fuck, fuck, motherfuck. Пошел ты. Так, короче, когда они там останавливаются у реки, да, получается, надо это... затормозить. А то они там заговорили, короче, меня, и все. Пошли вон. Кстати, машин меньше, да, ментов? Опа, опа. Главное опять не задавить его. Пошел. У него, короче, байк дымится. Погоди, погоди, погоди. У кого-то байк дымится. Дело плохо. Ну, вот здесь она, короче. Тормозим. Да. Все, тормозим. Ай, молодца, ай, молодца. Скорее, парень. Лестер ждет нас в гараже. Доберитесь до гаража. Так, навыки банды повышены. Эдди Тоуд плюс 25, Рики Люкенс плюс 25. Окей. А кто разбился-то? Я так и не понял. Кто из них разбился? Водила, да? Ну, какой-то водила. Я так и не понял, кто из них. Они там все новички, короче, и... Чувак, чувак, я уж думал, что совсем что-то... Ого, я думал, что ты сроднишься с бампером полицейской машины. Впереди наверняка еще ждут копы, от них ведь так просто не уйдешь. Знаешь, мне кажется, что мы ушли. Да, чувак. Вот видал, там текстура, короче, исчезла просто. Бывает такое. Вот так, победа. Так, куда? Вот сюда. Вот Лестер стоит, да? Блин. Да ладно. Ну, в принципе, играбельно. Так, ребята, нам нужно рассеяться. Они будут искать банду. Когда товар будет продан, я перешлю вам ваши деньги. Нехилые были отдельцы. Мы уходим. И постарайтесь не светиться. Молодец, ты бы неплохо поработал. Лестер, что я тебе говорил, а? Так, все, уходим. Эй, Франклин, послушай. А нам с Лестером нужно кое-что обсудить, а потом можешь заскочить ко мне. И отпразднуем, хорошо? Ладно, договорились. А? О, да, мы снова в деле. Короче, в комментариях напишите, стоит ли, ну, продолжать вот так вот играть.
Либо мне искать все-таки решение проблемы, если она вообще существует. Вот. Потому что я на форумах лазил и говорят, типа, GTA 5 почему-то не дружит с Windows 10. На Windows 7 такого нет. Но фишка в том, что у меня до этого стояла Windows 10 и все работало. Почему сейчас это не работает? На железо, блин, это грех грешить, потому что железо стоит мощнее, чем у меня было. Вот.